Итак, первый день нашего путешествия подходит к концу. Мы проехали уже более 500 километров. Солнышко уже над горизонтом. День заканчивается. Напоминаю, что мы с вами сегодня с утра проехали и посмотрели, осмотрели, сфотографировали, сделали фильмы таких замечательных мест России, как Иосифа Волоколамский, Успенский монастырь, город Старица и Свято-Успенский монастырь, село Красное и церковь Спаса Преображения, город Торжок и Борисоглебский монастырь. Вот озеро Селигер, вы видите, показалось, и Нилова пустынь. Здесь мы отдохнем 2 дня и потом поедем домой, обратно в Москву. Так провели мы свои выходные дни. Вот показался наш отель. Он не уполномачивал меня его рекламировать, поэтому просто отель на Селигере. Мы с вами прибыли на озеро Селигер, одно из красивейших озер европейской части России. Очень рекомендую здесь побывать, не пожалеете. Озеро огромного размера, площадь самого озера, только в водной глади, 260 квадратных километров. А площадь всего бассейна, а озеро на такое неровной формы, ледниковое озеро, более 2000 квадратных километров. Наш отель замечательный, название говорить не буду. Кого оно заинтересовало, пишите мне, я обязательно всем дам координаты этого отеля. Здесь можно отдыхать как парой, так и большими компаниями или большими семьями. Вот впереди видите домики. Эти домики, как правило, снимают целой группой людей. Там 8-10 человек, там несколько спален. Вот. Или большой семьей можно приехать и отдохнуть здесь. Большая, красивая, зеленая, ухоженная территория. Есть беседки с мангалами, где можно отдохнуть компания, спраздновать день рождения, свадьбу и так далее, и так далее. Замечательный отель. Если он пожелает, я с удовольствием дам ему рекламу. Рядом, прям буквально 100 метров от отеля вниз спускаешься, там пляж. В отеле есть баня, и, по-моему, даже не одна. Есть вот как раз впереди это здание, это баня, по-моему, с двух сторон. Есть вот такой небольшой бассейн, где можно в холодное время года купаться. Мы взяли трехразовое питание, нас абсолютно она удовлетворила, кашки, очень вкусные блинчики, спасибо поварам, творожники и так далее. А вот знаменитый монастырь Нилова пустынь, до него практически, до монастыря, может быть, 1,5 км пройтись пешочком. Вот здесь внизу с бугра спускаешься, свой пляж, есть 2 катера, вот видите, один большой катер, где-то человек по 10-15, там, по-моему, можно компания на нем прокатиться, и маленький катер там на 3-4 человека, несколько весельных лодочек, небольшой пляж, замечательный отель, очень рекомендую и с удовольствием вернусь сюда еще снова. У нас был целый день активных движений, передвижений, о чем вам расскажу в следующих фильмах, поэтому не уходите далеко, путешествие продолжается. Каждое утро мы приходили на пляж, и каждый вечер на пляж, и купались. Водичка была прохладная, вообще озеро Селигера, конечно же, не горячая вода. По моим ощущениям, было градусов, может быть, 22. Водичка бодрая, замечательная, чистая. В принципе, озеро Селигер – чистая вода. Такая официальная прозрачность воды считается в озере 5 метров. Максимальная глубина – до 24 метров. Ой, не могу.
Мы отдыхали, в общем-то, от души. Вы знаете, тут некоторые мои зрители начали мне писать уже такие претензии, что, мол, вы совсем не отдыхаете, что это у вас за выходной день, постоянно ездите по храмам, монастырям и даже не отдыхаете. И какой отдых вы нам показываете? Вот мы вам показываем, что мы можем отдыхать по-настоящему. Замечательно мы отдыхаем, не переживайте. Просто монастыри – это история России, это красота России. Ну, а когда мы выполнили дело, мы можем и отдохнуть смело. У меня есть также зритель, который обязательно, посмотрев этот фильм, спросит: «Так, а какая рыба там водится?» Отвечаю: «Миша, слушай, здесь водится 30 видов рыб. Такие как сниток, лещ, щука, судак, налим, ряпушка, ясь, сазан, уголь, пелить и много-много других. Рыбка вкуснейшая. Я сейчас смотрю это видео, когда монтирую, и у меня слюни текут, вспоминаю, какая вкусняшка. Жаль, что я не рыбак. Ну, может быть, и хорошо, что я не рыбак. Но, вы знаете, рыбаков на Селигере очень много. Говорят, что рыбы стало меньше, чем было там 20 лет назад. Но, тем не менее, рыба есть, и слава богу. Насколько я знаю, государство принимало определенные меры для того, чтобы рыбы было больше. Запускали в озеро Селигер сазана, карпа, укря и так далее. Рыбка под холодное пивко на природе пахнет сосной. Такая прелесть. Последние теплые деньки, народ загорает. Мы сделали небольшой перерыв на обед. Даже решили не ходить на обед в наш отель. Мы накушались рыбки, и уже больше ничего не хотелось. Покушав, мы, конечно же, пошли купаться дальше. А что еще делать на озере Селигер, как не купаться? Замечательный отдых на озере Селигер. Рекомендую всем. Приезжайте, не пожалеете. После обеда мы решили прогуляться по берегу озера Селигер, немножко размять мышцы. Я обожаю Селигер не только за чистую воду, а за красоту пейзажей, за великолепный монастырь, но и вот за эти сосновые такие дубравы. Посмотрите, как чисто в сосновом бору, в сосновом лесу. Как красиво сочетание тень-свет. Тень-свет, вот эти полосочки. В таких лесах, дубравах очень чисто, очень здорово дышится. Вот такие два прикольных сердца мы нашли на берегу озера. Даже не знаю, что это такое, как выглядят, как остановки.
автобусной, но никакой дороги рядом не оказалось. На Селигере уже много-много лет, я не знаю сколько, может быть 50 лет, а может быть и больше. Интересно, вот до Второй мировой войны отдыхали здесь люди или нет, так же с палатками, как отдыхают сейчас. Здесь многие поколения людей приезжают вот так с палатками, отдыхают здесь иногда 2 недели, а иногда и месяц. А я слышал рассказы, что некоторые отдыхают все лето здесь на берегу. Привозят своих детей, привозят внуков. А потом дети, когда подрастают, привозят своих детей. И некоторые семьи многими поколениями отдыхают на берегу озера Селигер. Также вот моя супруга, она здесь отдыхала, когда была совсем маленьким ребенком. Ее привозила сюда мама, они в компании со своими друзьями. Там она рассказывает, по там 10, 15, 20 человек на нескольких лодках уплывали на какой-то остров, ставили палаточный городок, кухню, ловили рыбу, готовили уху. И она вспоминает самыми добрыми чувствами этот отдых. Очень рекомендую озеро Селигер. Когда строился монастырь, ее здесь вручную выкопали. Кирпич в том числе для монастыря везся из той стороны острова. Там на полуострове Коровьем был кирпичный завод. Оттуда тащили. 12 получался. Мы вот сейчас пойдем дальней стороной как раз. Как, слушайте, пока ее не углубили. А так Селигер-то сколько? 26 максимально. Это как? Остров. Внутри это острова, Селигер. Внутрь. Это где один он? Вот этот, да? Вот или он этот? И справа, и слева. Это все один остров. Его просто здесь перекопали. Перекопали, ага. И как бы два белых. Есть северное белое и южное белое. Ого. Да, но в два раза глубже Селигера. Чудовищ нет. Чудовище? Конечно, есть. Как же без чудовища? Да, и вам нужно покруче с чудовищем, чтобы все сюда ездили. Кто-то периодически и видит. Да. И вам, чтобы обязательно...
сюда постоянно тянет. Вот только выдалась погода, мы прям... Сегодня мы с вами, дорогие зрители, совершим очень интересную прогулку, очень интересное такое маленькое путешествие по озеру Селигер на лодке. Самая обычная лодка, которая управляется веслами. И мы вместе с вами поплывем по озеру, посмотрим красивые виды озера, посмотрим берега, какая растительность. И даже заглянем под воду, посмотрим, а что там. Как растут эти растения, как они держатся, что там происходит под водой, чистая или нечистая вода, как солнечные лучи преломляются водной поверхностью и как искрятся мелкие организмы там под водой, как это, какая-то красота, просто какой-то космос. Я сам всегда мечтал заглянуть туда под воду. Ну, для этого существовало у нас что обычно? Одеваешь маску, ныряешь и смотришь. Ну, не всегда это удобно, не всегда это возможно. А сейчас есть техника, которая нам окажет эту помощь. У меня с собой не только фотоаппарат, не только видеокамера, но и маленькая, небольшая, замечательная камера для подводных съемок. Именно она вам покажет, что и как там происходит под водой. Какой у нас сегодня план? Мы прокатимся недалеко от отеля, уйдем туда направо от отеля и покупаемся, позагораем, посмотрим, что там. А ближе к вечеру мы на этой же лодке решили поплыть к монастырю Нилова пустынь, чтобы встретить у монастыря закат солнца. Я не буду вам мешать смотреть очень красивый фильм, поэтому я удаляюсь, а вы не уходите далеко. Нас ждет еще много-много прогулок, путешествий по озеру Селигер, по нашей стране Россия, ну и, конечно же, за границей. Приятного просмотра! Thank you.
Сегодня мы с вами посетим знаменитый монастырь Нилово-Столобинская пустынь, или по-другому Нилова пустынь, так в народе чаще говорят. Это православный мужской монастырь, расположенный на острове Столобном, примерно в 20 километрах от Осташкова. Относительно названия острова Столобный существуют две версии. По первой он получил название из-за своей формы, похожей на столб, а по второй, что на нем в древности существовало капище и стоял языческий жертвенный столб. Преподобный Нил Столобинский родился в конце 15 столетия, недалеко от Великого Новгорода. Постриг он принял в Иоанно-Богословском Крепецком монастыре, недалеко от Пскова. В 1515 году преподобный Нил покинул Крепецкий монастырь и срубил в лесу под Воржевском уезде у реки Серемхи небольшую келью. Жил уединенно, питался травами, дубовыми желудями и все время проводил в молитвах. Постепенно слава об отшельнике разнеслась по окрестным селениям. Люди стали приходить к нему, прося молитв и наставлений. Такая молва стала тяготить преподобного. И через 13 лет после поселения у реки Серемхи, в 1528 году он перебрался на новое место, остров Столобный на озере Селигер. Первый год он жил в выкопанной землянке, потом построил себе келью и небольшую часовню для молитв. Всего преподобный Нил прожил на острове 27 лет и перед смертью завещал построить на этом месте монастырь, что и было позже сделано. Существует поверье, что преподобный Нил дал обет нележания, в связи с чем никогда не находился в горизонтальном состоянии, даже спал, подвесив себя за плечи веревками или на крюках, вбитых в стену. По кончине преподобного Нила, близ его могилы на острове, стали селиться отшельники-молитвенники. Ими и был основан монастырь. До революции 1917 года Нило-Столобинский монастырь был в числе самых почитаемых в России. Ежегодно сюда приезжали десятки тысяч людей. В 1820 году обитель посетил император Александр I. Вскоре на острове соорудили гранитную набережную. В начале 20 века количество постоянно живущих насельников достигало 1000 человек. На территории монастыря была даже своя больница. В 1919 году все церковные ценности были изъяты, мощи преподобного Нила вскрыты. После 1927 года монастырь был в запустении, что здесь только не находилось. И трудовая коммуна для малолетних преступников, и лагерь для польских военнопленных, и госпиталь, и колония, и дом престарелых, и даже с 71 по 90 год турбаза. В 1990 году комплекс Нилово-Столобинской пустыни был передан Русской Православной Церкви. А в 1995 году в монастырь возвращены мощи преподобного Нила. Монастырь сейчас расцветает прямо на глазах. Я здесь был впервые где-то в конце 90-х годов. Это было очень печальное зрелище. А сейчас монастырь просто жемчужина этих краев. Жемчужина озера Селигер. Смотрите сами, как здесь красиво.